команды на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Мяч разминулся со штангой в каких-то считанных сантиметрах. Промахивается игрок. Похоже, что он просто поскользнулся. Итак, открыт счет в этом матче, и с центра начинает команда. Какая атака, а? Какой гол! Просто идеальная передача была. Тут хочешь, не хочешь, а интересная атака. И тут может быть опасный момент. Не знаю, будут ли еще у него такие моменты, ведь верный шанс не использовал. Сложно было наносить удар из такого положения, так что вряд ли стоит его обвинять в упущенном моменте. Винисиус. Мяч будет введен в игру с лапой. Защитник отходит от опасности. Отлично забыл, отлично исполнено, 5 баллов. Отличный замысел, а исполнение еще лучше. Хороший обостряющий пас. Получает мяч на ходу. Отличное взаимопонимание. Неужели они и вправду рассчитывали озадачить оборону такой подачей? А забей он сейчас. Пас в разрез. Антонио
первая половина встречи завершилась. Уходит команда на перерыв. За 45 минут забит один единственный гол. Судья дает свисток к началу второго тайма. Начинается второй тайм. Потеря. Мяч покинул пределы поля. Милитао. Как защитник сыграл. Браво. Неплохое забегание слева. Так, неплохо. И снова голкипер на месте. Вот эта игра. Ищут они разные варианты для атаки. И это удар. Надежная игра в защите. Угрозу удалось отвести. Заброс вперед. И точный пас. Есть поддержка партнера. Отличный отбор мяча. Потому что игрок обороны здесь оказался в нужном месте и в нужное время. Тони Кросс. Красиво сыграно, как эффектно. Винисиус. И надо забивать. Отправляется вратарь, но это еще не все. Как же так? Такая атака была. Предупреждение.
хорошо разобрался, не дал пройти. Просто здорово. Сейчас защитник сыграл. Офсайд. Нет никаких сомнений. Мне сегодня понравилось, как играли обе команды, несмотря на то, что одна из них проиграла.